образованию я пиарщик и, собственно, всю жизнь работала в рекламно-маркетинговой сфере. Была менеджером по рекламе, по маркетингу, в основном в продуктовом ритейле и руководила отделом рекламы. Потом это все началось, конечно, с хобби. У меня всегда была мечта попробовать поработать за гончарным кругом. И все, затянула, закрутила. Однажды попробовала, и мне очень понравилось. Потом купила круг себе домой, гончарила дома, привозила на обжиг в мастерскую. И вот однажды первую мастерскую в горошек открыла не я. Я ходила туда сначала как гость. И поделилась как-то с хозяйкой своей мечтой. Рассказала, что я тоже хочу такую мастерскую, такую студию. И потом они с мужем собрались переезжать в Москву, и она предложила стать приемной мамой горошка. Конечно, страшно. Мне было очень страшно менять насиженное место, стабильную зарплату каждого 13 числа месяца, запланированный отпуск и прочие там блага наемного труда. Но я понимала, что это предложение, от которого нельзя отказываться. Плюс был в том, что я, можно сказать, видела мастерскую изнутри и ходила туда долгое время как гость и видела, как работает, сколько людей приходит, как это все устроено. И, в принципе, была уверенность, что это пойдет. И на тот момент было очень мало конкурентов. И до сих пор, в общем-то, эта сфера в городе у нас остается низкоконкурентной. Конечно, с каждым годом появляются все новые и новые мастерские, но до насыщения рынка еще далеко. Поэтому такой в низкоконкурентном рынке было не страшно, наверное, приобретать. Первое время мне было тяжело перестроиться вообще с работы в найме на работу саму на себя, потому что мне никто не говорил, что надо делать. И приходилось как-то самой придумывать и на своих ошибках учиться. Вот именно в этом была, наверное, самая большая сложность. Я очень долго искала помещение, у меня была вот картинка в голове, что я хочу обязательно большие окна, обязательно высокий потолок, отдельный вход. И это либо стоило космических денег, либо это были какие-то непроходимые места, труднодоступные, да, там, скажем, для припарковаться негде или что-то такое. Вот, было понимание, что Левый берег нуждается в такой мастерской, потому что на тот момент не было вообще мастерских на Левом берегу. У меня были гости с Левого берега, которые тоже периодически спрашивали, когда вы откроетесь на Левом, так далеко к вам ездить. И потом как-то случайно я просто проходила мимо, увидела объявление на фасаде здания, что сдается в аренду, позвонила, посмотрела. Очень долго я присматривалась к помещению, потому что здесь было вообще все не так, были голубые стены жуткие, вот так посередине стояла такая стойка из Сибита, здесь был офис Ростелекома. Потолок был опущен вот на уровень ниши, то есть треть окна закрывалась опущенным потолком. Это все пришлось выгребать и выносить, такие достаточно большие были вложения в ремонт. Конкретно с керамикой, мне кажется, секрет в том, что здесь ты чувствуешь реальный результат своего труда и можешь этим результатом воспользоваться.
То есть зачастую люди, сидя в офисе, они не чувствуют этого. Сидят за компьютерами и не могут пощупать руками то, что делают. И это прям вот в современном мире, это на самом деле, мне кажется, проблема. А здесь человек приходит, он отводит душу. Во-первых, он имеет дело с живым материалом, который вообще создавала природа много миллионов лет назад. И он берет эту вечность в руки и творит вообще какие-то невероятные вещи. А потом еще и там берет и кофе из этой кружки пьет. Это же вообще круто, да? Может быть, в какой-то степени это похоже там, на чтение книги. Потому что ты настолько погружен в процесс, что вокруг тебя мир перестает существовать. И в голове рождаются какие-то образы уже по ходу работы. Мы перешли в онлайн, и это плюс, хоть какие-то плюсы от этой пандемии, потому что я давно собиралась это сделать, давно собиралась записать мастер-классы для тех, кто не может приехать, например, в мастерскую, или кто хочет лепить дома, или там, для мамочек в декрете, кому просто не с кем ребенка оставить, а творить хочется. И, наконец-то, на это появилось время, и, собственно, такой формат тоже оказался востребован. Вот. Ну, естественно, это, к сожалению, не в том объеме, в котором было до самоизоляции в офлайн-формате. И многие боятся, думают, что у них не получится. А кто-то говорит, я просто хочу прийти в мастерскую, потому что здесь атмосфера творчества, здесь люди все творят, и я сюда хочу прийти, не хочу дома. Такие тоже есть. Вот, но есть вот как плюсы, так и минусы в карантине.